Кормили всех, убрали. И никого нету на улице. Привет. Так. Что ж, козе, у нас тут чисто, красиво. Чисто, красиво. Ой, лежанку на место не положили, гля, спят быка. Кормушки вот все перемыли, поставили. А где все? Они все, в принципе. Половина тут. Вот они лежат. Люся. У Люси опять это. Слюни сорта. Ой, перчатки я забыла. Тут спят. Тут. Ой, да тут у вас куча целая. Вот, вчера Намира Шатрова подсуетила. Ну, волонтер. Такой вот домичек. У нас новенький. Кс-кс-кс. Елисей, ты со мной теперь не дружишь? Мать коки отрезала. Лаймик. Лайм, лайм. Ой, моя девочка. Мои холосы. Ой, носик спит тоже теперь кастрированный. Вон девчонки тут наши. Персика убрали, все, он уехал на кастрацию. Вот, да? Моя сладкая. Эта девочка поедет на ампутацию. Эта девочка поедет в пятницу в новый дом. Вот. Такая у нас тут красота, скажи, красота. Красота, красота. Да? Кс-кс-кс-кс. Вот тут они у них заходят, спрашивали, как кошки попадают, что не закрытые. Нет, не закрытые. Хотят, зайдут, хотят, вон, выйдут. Вон она пошла уже. Вот он идет. Кс-кс-кс-кс. Было больше дверца, но что-то, я не знаю, зачем такую сделали для кошек, вот это в самый раз. Чтобы было тепло, тут обогреватель работает. Сегодня у нас до нуля опять температура. Где девочки? Девочки, мальчики, что ты? Что? Что? Сидят все, наблюдают. Вот. Еще помыли, красота, сказал у нас тут.